Добрый день! С вами Сусов Алексей и ваш личный эксперт в электронике Pult.ru. Сегодня мы поговорим о такой категории товаров, как усилители для сабвуферов. И к концу этого ролика вы будете знать, что это такое, чем отличаются модели и сколько будет стоить необходимый вам аппарат. До нас вы знали, а теперь узнаете. Стандартный сабвуфер выглядит как короб примерно 40 на 40 сантиметров. Это большой динамик и встроенный усилитель. Отдельный же усилитель для сабвуфера появился во время развития домашней инсталляции, которая подразумевает скрытое оборудование. Допустим, жилое помещение, гостиная, у вас висит только телевизор, навесные или встроенные колонки и пульт управления. Все остальное оборудование выносится в отдельное техпомещение. Соответственно, так как сабвуфер является неотъемлемой частью домашней системы, было решено отделить динамик от усилителя. Динамик встраивается в стены, усилитель отдельным блоком отдыхает в техпомещении. Подробнее. При проектировании озвучки помещения нужно понимать мощность самого сабвуфера, который там установится. Соответствующий усилитель будет подобрать совсем несложно. Он будет соответствовать по мощности выбранному сабвуферу. Следующий показатель – это одноканальный или двухканальный усилитель мощности. Допустим, в помещении более 30 квадратных метров можно установить один или два сабвуфера. Соответственно, усилитель мощности будет двухканальный. И третий фактор – это подключение. Передать сигнал на усилитель для сабвуфера можно тремя способами. Первый – это линейный стереосигнал с помощью RCA-разъемов или тюльпанов в простонародье. Второй – это низкочастотный сигнал LFE, либо балансный низкочастотный сигнал, тоже LFE. Это зависит от того, какой ресивер или процессор вы используете в вашей системе звука. Ценовой диапазон на эту категорию товаров сегодня очень понятен, потому что не очень много производителей занимаются производством усилителей для сабвуферов. Самый простой, но достаточно качественный усилитель будет стоить 35 тысяч рублей. И в то же время он предоставит вам достаточно плотного и хорошего баса. Усилитель стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей дополнительно предоставит вам возможность регулировки сигнала. Модель стоимостью 100 тысяч рублей имеет преимущество как мощности 1000 Вт, так и возможности подключения параллельно других усилителей, если того требует большая система. Подытожим. Мощность усилителя зависит от выбранного сабвуфера. Обычно под шапкой одного бренда находится подходящий сабвуфер и подходящий усилитель. Следующий момент – это количество сабвуферов в помещении диктует вам количество выходов на усилители сабвуфера. И третий момент – способ подключения сабвуфера зависит от ресивера или процессора, на котором построена ваша звуковая система. Спасибо за внимание, с вами был Сусов Алексей и ваш личный эксперт в электронике Pult.ru. До свидания.